Только что записал видео про необходимость мусорок на каждой детской площадке. И сразу же нашлось решение. Простое ведро, да, которое, допустим, уже в хозяйстве не нужно, ставим, и пожалуйста. Теперь нашим детям есть куда выбрасывать мусор, соответственно. Ну вот даже такой мелкий, на такой мелкий можно. Да, есть же суперчистюли, да? Которым это не нравится. Теперь они могут это поднять и выбросить сюда. Ну, если уж совсем прям, чтобы все было круто, еще перчаточки сюда надо повесить. Ну, чтобы не одевали перчаточки, в перчаточках это делали. Вот, но предназначение все-таки не для того, чтобы они убирали, да? А для того, чтобы если у них, допустим, ну я не знаю, пришли они с группы там с конфетой, образно говоря, в кармане, здесь ее съели, куда фантик деть, да? За предел группы выходить нельзя, да? Вот, пожалуйста, решение. Выбросили. Вот. И вторая мысль в том, что, ну вот я когда записывал первое видео, такая первая мысль была, так, блин, где же брать эти... мусорки же надо типа вкапывать, еще разрешение просить, где все это, где. А на самом деле решение-то вот оно простое. Просто мусорное ведро. Темное. Поставил, выбросили, да. Легко выбрасывается опять-таки. Не надо заморачиваться, там пакет туда класть. А? Взял, перевернул пакет и все. Вот, так что вот такие простые шаги, которые сделают наш мир чище.